Сегодня единственными, кто почтил память вождя мирового пролетариата спустя 143 года со дня его рождения, стали немногочисленные коммунисты. Они возложили гвоздики к памятнику Ленина в Абакане. Никаких политических лозунгов, транспарантов и прочих атрибутов именин вождя советской эпохи. Помолчав минуту возле монумента, собравшиеся мирно разошлись. День рождения Владимира Ильича в Хакасии на этом закончился.